Всем привет, друзья! Сегодня у нас суббота, выходные начались. А какое число сегодня? 19-е, наверное. Да, и вот на улице, ну, опять же, нифига не клевая погода. Лена вообще вон под зонтом идет. Лена покидает меня сегодня. И едет домой на выходные. Сегодня меня ждет много дел. Надо кучу всего переделать. Это вы все увидите. Ну вот, проводил я Лену на вокзал. На вокзале сейчас повесили, кстати, табличку, что снимать нельзя. Вообще, короче, беспредел начинается. Я вот что-то решил под зонтиком пойти, потому что не хочется мне мочиться под этим дождиком. Он такой мелкий и противный, капец просто. Сейчас я иду на почту, потому что мне пришло из извещенницы. И дома я вам покажу, если заберу с почты, что там такое. Вот я и дома, наконец-то. И вот она, посылочка. Она даже ко мне в рюкзак, короче, не вошла. Мне пришлось ее нести в руках. И сейчас давайте откроем. У меня есть супер нож. Открыл. Это, короче, рамка для машины, для автомобиля. Вот она. Сейчас достану ее. С камерой заднего вида, в общем. Потому что, короче, получилось так. Одну я уже такую заказывал. Она пришла, но мы поставили ее маме на машину с папой. Подключаем, она не работает. Принес домой, все начал проверять. В итоге оказалось, короче, она не рабочая. И я китайцу написал, типа, она не рабочая. Он говорит, сними видео. И отошли, типа, я ему снял видео. Он говорит, ну, типа, либо отсылай мне ее обратно, либо можешь заплатить мне $15, я тебе отошлю новую. Так вот, я говорю, ну, все равно они все где-то в этой стоимости стоят, даже если новую покупать. Я говорю, ладно, так и быть, отсылай мне новую, и я тебе плачу, короче. Проверим эту камеру. У меня для всякой светодиодной аппаратуры уже блок есть 12-вольтовый с этими, с крокодилами. О, ха, видали, да? Смотрите, вы можете видеть себя, как вы стоите на телевизоре, короче. Ну все, зашибись, работает, теперь можно уже устанавливать. Дайте, короче, сюда свой номер, камеру и, пожалуйста, подсветка есть. И камера есть. Вот так вот, друзья, мы проверили с вами работоспособность посылки. За одним, еще для того, чтобы вдруг она не будет работать, доказать китайцу, чтобы заново видео не снимать. Ну теперь-то я точно вижу, что она работает. И это хорошо. Включимся попозже, и я расскажу вам свой список дел. Сейчас, смотрите, у меня на рабочем столе стоит фоточка, которую я сделал 3 дня назад или 4, когда там у нас гроза была. Вот это дома. Вот этот вид из окна у меня. Вот так вот, друзья. Ладно, увидимся позже. Итак, обо всем по порядку. Во-первых, мне нужно съездить на сход-развал. Для этого нужно позвонить, записаться и съездить. Это первое. Ты, я уже поеду не первый раз. Третий раз уже едем. Второе. Это мне нужно съездить на заправку. Третье. Мне нужно съездить в фотосклад и купить стойку. Потому что я заказал патрон, как вы помните, для стойки. И осталось купить лампу. И сделать софтбокс. Или купить софтбокс. Но я хочу пока попробовать сделать. Четвертое. Лампочку надо где-то купить. Я прошел по постоянных распродаж. Еще какие-то магазины зашел. Они везде максимум 20 ватт энергосберегающие. Мне нужно, ну, ватт 30, наверное. Чтоб свету было побольше. Вот. Потом лампочку я не знаю, где покупать. Может быть, загонять сегодня вечером в Ашан или в Оби. Не знаю, посмотрим. Я, в общем-то, уже собрался, уже все сделал, покушал. Время без 5:03. И сейчас я собираюсь ехать. Я заказал стойку на фотоскладе. Сейчас пойду ее поеду забирать. Потому что там одновременно есть заправка. Сначала заправлюсь, заеду за стойкой, и к 4 часам я записался на сход-развал.
Поедем к 4 туда, я не знаю, как это у меня по времени получится. Мне сейчас надо, нужно этот круг сделать, потому что у нас здесь налево выезд запрещен. И вот так на заправку, на фотосклад и туда вот, на машинную. Наклеил тут себе пленочку на телефончик, матовую, новую, только без косяков, как всегда, не обошлось, вот здесь вот. И просто вот, он выглядит просто, как будто я его нулевый сейчас купил, зашибенский, короче, выглядит. Ладно, поехали, на улице уже все подсохло, и чин. Я собрал кучу мусора, нужно это все вынести. Да, ребят, что-то это, дождик такой не на шутку разошелся. Прям вообще льет и льет. Я весь промок, пока бегал до саммита, вон саммит там сзади. Купил соечку, валяется вот здесь. Вернее, лежит и не валяется. 650 рубасов. Последнюю забрал, они мне сложили ее, в магазине стояла. И время уже 3:30, самое время ехать на сход развал. А время-то еще без 10, даже 47 минут. Вот так вот. Мои часы что-то сбросились, я не знаю, они уже не первый раз сбрасываются, фиг знает. Только сделал на них обзор, похвалил свои часы, а они такие вот негодяи. Жду светофор, стою, все, светофор подучился, едем. Та-дам, я уже подъезжаю, и еще ждать сейчас придется, наверное. Ну ладно, что, подождем, зато не опоздал. Блин, вообще капец, короче, время уже 8 часов, я только вернулся, я так устал. Шучу нафиг. 16:13, время. Всего-то 13 минут с того момента, сколько я должен был приехать. А я уже дома. А все почему? Все потому что мне опять надо кое-что ремонтировать в машине. Распаковываю мою стоечку. Давайте, друзья, так вот что сделаем. Мы видим стоечку, конструкция. Здесь надпись ВТ-803. Так, и сейчас будем выяснять, как она раскладывается. Так, раскладывается она вот так вот. Здесь я не знаю, для чего этот болт. Так вот, хоп. Получается, а, болт стягивает у нас эту саму эту. То есть ее продвиганием я так могу регулировать угол. Так, вот так здесь у нас, я так понимаю, затягивается. Хопс. Здесь хопс выдвигается. И здесь хопс выдвигается. Йовсе, вовсе. Это 2 метра. Она максимум 2 метра высотой может быть. И посмотрите на нее. Ее же капец длинная. Нехай какой низенький. Сюда можно накрутить спокойно камеру. Давайте накрутим. Все. Поздравляю. Вы стоите на стойке. Все вот так вот можно снимать. Еще можно сделать вот так вот. Можно делать вот так вот. У-ху, монопод. Та-да-дам. Блин, это. Зато вот так. Здорово, да? Можно такое это. Смотрите. Недавно протиралась пыль. Вот так делать. Еще, короче. Это прикол. Ладно, надо поставить, зарядить GoPro, а то совсем уже село. Сижу такой и думаю, чем же заняться? И вспомнил, у меня еще же этот обзор не смонтирован планшета. И вот сел монтировать. Запилил как бы обзор, все нарезал, накидал, все готовенько. И сейчас вывожу его в этот... лайк. Вывожу в аудио, чтоб я сейчас стал через этот, через Adobe Audition звук, шум вернее, хотя бы убирать, потому что звук, ну блин, ну такое говно просто вообще. И в Audition хотя бы шум этот внешний убирать, и то немного лучше становится, и еще здесь поправлять. Ну и потом обратно закидываю все и уже домонтировать. На улице туча вон идет опять, я не знаю, что она, какого хрена. Ну, будем надеяться, что с ней не придет какой-нибудь дождь. А вот пока я с вами говорил, звук уже 300 метров, аудиодорожка уже
скинулось. Все, готово. Сейчас будем убирать шум. Ну вот, все сделал. Нарезал музычку. Звук подкинул. Подкинул еще музычку. Не знаю, попробовал впервые. Что из этого получится? Посмотрим, короче. Ладно, все. Время без 28. И я уже собираюсь. И поехал. Что делать, когда не помнишь, куда припарковал машину? А вот хер знает, что делать. Идти куда-то. Иду сейчас в ту сторону. А иду вообще вот оттуда. Я около хода, короче, я бросил с буквой Ж, по-моему. Точно не помню. И где-то в начальных что-то числах 8, возможно. Где-то так. Сейчас найдем, короче. Ну как, собственно, вы поняли, я уже вышел. И вот что у меня есть. Тазик. Две пачки Принглс. Это не, еще не все. Я вам покажу все остальное, когда приеду домой. Ну что ж, давайте разбирать покупочки. Так, первый лот. Тазик. Это ашановский тазик на 7 литров. Я купил взамен того, который мы с котом сломали. Второе. Две банки Принглс. В Ашане они 100 рублей. Их можно купить ненакладно. Купи две банки, получи динамик. Короче, там под крышками два кода, отправляешь, тебе в течение 90 дней приходит динамик музыкальный. Не знаю, что за динамик. Я взял, придет, сделаем обзор. Следующее. Хлеб. В новой упаковке, на вишневой, крестьянской, незаменимая вещь, хотя есть. Мусорные мешки. Обычные мешки, майонез Махеев с лимонным соком, не знаю, я не пробовал ни разу, будем пробовать. Далее, лампы, Юнил или как-то так фирма называется, не знаю, 4000 кельвинов, 32 ватта, что эквивалентно типа якобы 160 обычный. Вкрутим сегодня, посмотрим. Горошек зеленый. Зеленый горошек всегда пригодится в хозяйстве. Взял ашановский, потому что не вижу большой разницы между ними. Я покупал за 40 или за 60 рублей бондюэль. Мне он не понравился. Он был твердый и невкусный. Корм для кошки. Всего 11 рублей. Надо попробовать. По составу ничего такого не написано. Только написано, что там... Где же этот состав, господи? Вода, рыба, печень, сердце, крахмал, морские водоросли, таурин. Посмотрим, будет есть или нет. Феликс с лососем в желе. Это если он вдруг не будет его есть. Здесь состав: мясо и продукты переработки мяса, экстракт растительного белка, рыба и продукты переработки рыбы, минеральные вещества, сахара, красители, витамины. Состав, в принципе, это фиг знает. И сок. Сок я люблю. Томатный, мой любимый, все вы знаете. Ну и, конечно, шоколадку урвал. Захотел грецкий орех, пикник вкусный. Вот и все. А время уже 10:01. Я только приехал и буду садиться кушать. И вам приятного аппетита, друзья. И потом я вам покажу лампу и еще покажу, наконец-то, вот эту байду, которую я вам не показывал, которая палка в углу стоит. Все, всем приятного аппетита, кушаем. Ну что, друзья, я вот тут закрыл шторы, свет выключил, лампы. Сейчас вкрутим лампочку новую и покажу вам вот эту фигню. Давайте, вкручиваем. Цвет не тот, что мне нужен. Фигня получается, ребята. 4000 кельвинов. На вот этой лампочке, на моей, на той 4200. 200 кельвинов, смотрите, какую нам разницу в цвете дают. Ладно, сейчас буду вешать фон. Вот так вот, за несколько секунд, буквально минута, вешается фон. Только вот минус вот этой вот кривой палки, как я уже говорил. Я не знаю, если поставить, выставить свет, вот надо вообще его размножить или нет, или эти
складки, они прям просто все уберутся и все. Вот. Один из света. Это нифига не один из света. Так, фиксаем. Ну и софтбокс бы. Так, друзья. Время уже 11 часов. Это кошмар. И вот так выглядит мой фон. Вы все увидите. Сворачиваем. Ну все, друзья. Время уже много. Час 20 целый. Это вообще просто обалдеть. Я капец как хочу спать. Прям очень-очень сильно хочу спать. И сейчас, наверное, лягу еще в кровать. У меня еще стаканчик сока стоит томатного. Включу фильмец. Возврат. Я его сегодня смотрю, потому что мы с Леной не стали его вместе смотреть. И полежу, посмотрю фильмец. И, наверное, на боковую. Потому что вот так вот спать нужно. Ложиться еще 56 минут фильма, но я его вряд ли досмотрю. Вот такой был день сегодня. Я вообще что-то устал. Я еще никогда не вырубался так рано. Бывало, и до 3 выходных сидел. Ну да ладно. Пойдем спать. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. И мы с вами обязательно еще увидимся. Завтра, не знаю, завтра будет шоу для вас уже сегодня на площади 5-го года. Мотоциклетное, по-моему, какое-то экстрим-шоу. Не знаю, пойдем мы туда или нет. Если Дэна приедет, то мы, возможно, сходим. И у меня появилась идея, что можно на фотик видео какое-нибудь снять и потом смонтировать крутую видяшку. Да ладно. Завтра. Будет день, посмотрим, короче. Все, еще раз всем спасибо. Мы с вами скоро увидимся.